Всем привет, друзья! Ну что, распродажа уже в полном разгаре. Началась. Скоро уже заканчивается, через 3 дня. Кто еще не успел, можете успеть приобрести то, что вас интересует. Скидки неплохие. Есть на некоторые позиции такие интересные довольно, смотрю. Вот как, например, у Беркинга по воблерам. Вот Вантен плюс один. Цена интересная была. Очень высокая. Сейчас 107 гривен. Упала. Ну, понятно, они перед тем, конечно, поднимали хорошо. Но сейчас видно, как бы падает все. Ну, дело не в том. Меня попросили. Знакомые звонят, спрашивают, хотели заказать себе кое-что. Ну, и боятся еще китайщины этой. Как заказывать на сайте. Ну, и запиши подробно, покажи хотя бы видео, посмотреть по телефону, разговаривали, говорит, по телефону не пойму ничего, но это не один человек спрашивал, хочет заказать себе из Китая какие-то приманки там, может технику еще какую-то, ну короче, сейчас я вам все покажу, запишу, да, скажу, что был на рыбалке, лазил, искал, бросал, там пруд у нас вскрылся, ну уже в принципе вскрылись все. Уже открытая вода, бросал, пробовал, поклевок не было. Единственное, что попалось, это мелочь какая-то. Половил на мандулы, пробовал воблерки. Все перебросал, все перепробовал. Ну, как бы сказать, ничего не поймал. Так что будем еще бегать, искать, пробовать. У нас пока тишина как-то. Все мертво. Что, друзья, первая рыба поймана. Вот, как она зацепилась. Вот такая рыбешка. Я даже не ожидал такой поклевки. Это открытие сезона с такой рыбы началось. Вот такая рыба. Классная. Сейчас мы ее отпустим. Вот она. О, мелочь. Я же вижу, там мелочь гуляет, но щука пока молчит. Товарищ там был, поймал одну щучку и больше ничего. Ну, хорошо, давайте начнем с того, как покупать. Выполню просьбу человека, который спрашивал у меня. Для того, чтобы экономить, друзья, я пользуюсь такими сервисами, как Leti Shops. Ну и EPN Cashback. Ну, EPN я не очень пользуюсь, как бы поначалу пользовался, мне он не очень понравился. Хотя, в принципе, здесь проще. Здесь сейчас там на EPN нету вывода на украинскую карту, а здесь как бы есть, вот выводят. Потому я этим сервисами стараюсь пользоваться. Ну, зарегистрировались, перешли по моей ссылочке, меня выручите, мне будет помощь какая-то. Ну и вам, естественно, будет скидочки постоянные. Возврат средств за каждый заказанный вами товар. Зарегистрировались на сайте Leti Shops. Зарегистрировались на сайте AliExpress. Произвели там и тут регистрацию. Ну и начинаете заказывать себе товары. Сразу вот перешли все магазины. Заходите на AliExpress, смотрите, какие вам товары нужны, выбираете, ищите. Я делаю это так, как чтобы было правильно, чтобы кэшбэк 100% отобразился. Вот я захожу, нахожу товар. Да. Вот, например, мне понравился товар. Нашел я его, выбираю цвет себе там, приманки или там товар какой будет там, или электроника, что вы хотите. Вот добавляю сразу я не в корзину, а добавляю я как бы в мои желания. Поместил сюда. После этого
После того, как я поместил товар в мои желания, я захожу, например, в все магазины, да. Вот перехожу я в AliExpress, сразу с сайта Letyshops перехожу в AliExpress. Перейти в магазин, нажимаем кнопку, переходим. Те, кто, конечно, уже знает, как это делается, можете это видео даже не смотреть. Это для тех, кто меня попросил, как бы решил я заснять этот видос. Вот перешли вы сюда, находите мои желания. Зашел, нажал опять на эту приманку. Теперь же выбираешь тот же самый цвет, что тебе нравится, например, добавить в корзину. Ложишь в корзину, вот уже расширение Letyshop, видите в правом уголке, оно уже светится зеленым. Это значит уже, что ваш кэшбэк активирован. И вы заходите, кинули в корзинку и нажимаете кнопку «Зайти в корзину». Зашли вы в корзину. Здесь уже лежит ваша приманочка. Заказать у этого продавца. Заходите. Выбираете карту, там ваша карта, все как это самое. И вот вы нажимаете подтвердить и оплатить. И все. Дальше вводите реквизиты карты, но они у вас уже должны быть введены будут. Или если кто первый раз вводишь сразу реквизиты карты, подтверждаешь, тебе приходит с твоего банка код. Ты вводишь, здесь появится новое окно, будет код, вводишь код и все, покупка совершена. Потом на второй день там сначала ваша оплата подтверждается. На второй день вам приходит сообщение, что ваша оплата подтверждена. Время обработки заказа идет там 5 дней, 9 дней, когда как не ставят. И потом вам, когда уже продавец отправил товар, он присылает, там есть кнопка «Отследить товар», вам присылает трек-номер вашего товара. Ну и по нему вы отслеживаете до самого места вручения. Если у вас есть купоны AliExpress, здесь они высветятся, нажмете «Применить купон использовать» или «Использовать промокод», ввели, у вас сразу здесь будет скидочка. Пробуйте, заказывайте, будет вам недорого все. То, что вас интересует, чтобы здесь не переплачивать. Осталось 3 дня, не забывайте, потом скидок больше не будет. Так что кому нужно, кто хочет успеть заказать себе какой-то товар, поспешите. Я вот сижу, думаю, тоже размышляю. Есть там валблю неплохие воблерочки. Вот сижу и думаю, заказать себе, не заказать. Как бы люди советуют, там копия на Norris Landown Midminov. Ну, говорят, лучше даже, чем оригинал ловит. Не знаю, оригинал у меня есть, я там пару щучек на него поймал, еще особого как бы результата от него я такого не видел. Вот сижу, думаю, заказывать, не заказывать, нужен он мне или не нужен. Вот сейчас, друзья, сделаю заказик сразу при вас, чтобы вы видели, как это самое он делается. Решил заказать все-таки этот угрюшный воблер для себя. На пробу возьму, посмотрим, будет он работать, не будет. Цена, как бы сказать, не сильно такая уж большая. Ну вот заходите, вот уже сразу крутится, что кэшбэк активирован. Вот зелененьким засветилось вверху. И вот захожу в свои желания, нажимаю на этот воблер, вернее на свое желание, выбираю цвет. Хотел полосатика, но возьму этот блестящий, все равно он как бы натуралка, мне больше нравится. Добавил его в корзину, перешел в корзину, Джанбей воблер. Вот он, этот Дженбэй уже высветился здесь. Нажимаю заказать у этого продавца. 127 гривен оплата. Подтвердить и оплатить. Вот подтверждаю, оплачиваю.
сразу переходим на такую страничку. Сейчас пришлют мне пароль, как бы. Посмотрим. Да, друзья, сейчас бывают задержки, когда появляется кэшбэк. Так что не волнуйтесь, потому что много заказов, много обработки. Сильно долго обрабатывается. И бывает, что зависает кэшбэк. Но если за сутки он не появился у вас, значит, нужно писать в службу поддержки. Служба поддержки всегда поможет, всегда вам подскажет, отвечает всегда, вопросов никаких с этим нет. Служба поддержки всегда связывается, всегда становится на сторону покупателя, и бывает даже сразу вам начисляет кэшбэк без вопросов. Так что, друзья, не переживайте. Главное делать все правильно, так как я вам показал. И все будет нормально. Вот я ввел пароль. И все. Спасибо за вашу оплату. Оплата успешно принята. Пришло сообщение. Что все оплачено. Так что, друзья, вот так как-то. Все, платеж произошел. Деньги списали. Вот ваши заказы. Зашли на ваши заказы. И все. Платеж проверяется. Можете еще отменить заказ, если передумали. Ну, я этого вам не советую делать, потому что начинается долгий возврат средств. Так что лучше заказал, продумал перед тем, как заказывать. Заказал, и все в порядке. Вот, друзья, пришло сообщение. Вот уже с того облирка. Здравствуйте, Руслан. В личном кабинете новый кэшбэк 11.40 рублей со статусом в ожидании. Вот уже возврат средств пришел мне. Так что не бойтесь, заказывайте. Сегодня довольно быстро. Я вчера заказывал, то, конечно, пришел кэшбэк чуть попозже. Пришлось почти день ждать, потому что была большая нагрузка. Сегодня уже, смотрю, не такая нагрузка на сайт. Так что, друзья, как-то так. Ну, все. Вот такое короткое видео, кому было полезно, пальчик вверх. Ну, это видео в основном для новичков, кто уже покупал, тот знает. Вот написано, осталось 3 дня. Ну, а на этом, друзья, будем прощаться. До скорых встреч на моем канале. Так что поспешите, кто еще хочет что-нибудь приобрести. Всем пока, мира, добра, до свидания, друзья, до новых встреч.